Всем привет, канал EDC People. Сегодня хочу рассказать о моем ежедневном EDC наборе. То есть наборе вещей ежедневного пользования. Ну поехали. Значит, самый часто используемый предмет — это ключи от квартиры. Значит, ну здесь помимо ключей, естественно, можно увидеть самый супер необходимый предмет — это Victorinox Classic. Очень удобен, пользуюсь уже лет 7. Всегда ногти стригу только им. Ножницы, пилочка, маленький ножичек, очень острый. Отвертка на пилочке. Как-то даже этой отверткой довелось починить в больнице входную дверь в кабинет. Не закрывалась, разобрал, перекрутил саморез и стала закрываться. Одним словом, очень рекомендую покупки такой Victorinox Classic. Поехали дальше. Вторые вещи — это, естественно, как и у всех, это мобильные телефоны. Вот у меня два, DOS и обычный, пятерка iPhone. Это обычный Nokia DOS. Это мое ноу-хау. Приклеил карточку новой почты, чтобы не носить с собой. Второй необходимый предмет EDC — это телефон. Третий предмет — это кошелек. Такой у меня кошелечек. Маленький, удаленький. Все влазит, кроме мелочи. Ну, здесь и для мелочи есть отдел. Но он настолько неудобен, что я отказался в итоге от идеи носить в нем мелочь. Такой маленький кошелечек. Очень доволен. Фирма Hazard 4. Кордура. Где-то было написано. Кордура. Единственное, что со временем затрется. Еще хочу сказать, недавно для телефонов заказал себе вот такую штуку. Кобуру, чехол для двух телефонов. Такая из кожи. Толстая, мягкая, приятная кожа. Внутри фетр. Делается все это вот так. Раз. Два. Это топ-3, которые вообще все время со мной. И теперь еще два предмета. Это нож китайский. Спайдерка Брэд Сушард. Такой. За $20. Я его не покупал. Это подарок. Вот такой. Приятный ножичек, маленький. Удобно в руке лежит. Толстый клин. Вогнутые спуски. Флипует неплохо. Единственное, что туго флипует, потому что я затянул осевой. Потому что на осевом, особенность ножа такая, что на осевом нет лыски, так называемой. Ну, выборки нету, и он прокручивается. То есть от флипования периодически раскручивается осевой болт, и надо подтягивать. Интересный ножичек. Очень, очень доволен. И последний мой предмет ежедневного ношения EDC — это вот такой фонарь. Феникс E05. Все вы его знаете. Удобный, практичный, маленький, легкий, неприхотливый. Один режим, 27 люмен. Батарейка 3А, мизинчик. Анодирование. Рекомендую. Вот такой получился у меня топ EDC предметов ежедневного ношения. Еще пару слов забыл сказать. Часы. Часы обычные, Casio, простые, с Bluetooth. Синхронизация с iPhone. Уведомления приходят на часы, вибро. Ну, такие часики. Не G-Shock'и, конечно, не протреки, попроще, но все равно неплохие. Подошел к концу мой обзор EDC предметов, которые ежедневно всегда со мной. EDC обзор от канала EDC People. Всем спасибо, до свидания.